только-только успели МЧСники потушить пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области, как ВСУ прибавили работы спасателям. Этой ночью БПЛА атаковали еще парочку НПЗ. Афипский в Краснодарском крае и НПЗ в поселке НМ в Адыгее. А также огненное шоу было на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области. Вот сюда, в Платоновке уже нашей не было бы. Только что прям недавно бахнуло. Вон он сам НМ, это перед Новым Садом. Минобороны РФ заявили, что, конечно же, все сбили. Но, как видим, не полностью.